Привет. Мы продолжаем проходить сингулярность. Борисов, мать твою! Так, ладно. Это мы все, конечно, в прошлой серии слышали. И да, в прошлой серии мы с вами добрались до башни, где у нас обитает некий доктор Борисов. И как мне одна писулька на стене была сказана: не верь Борисову. Вопрос. Кто это все писал, почему мне нельзя верить Борисову, ведь он наоборот нам пытается помочь и прочее, пятое-десятое. В общем, нам надо текать в лифт, в прошлой серии мы, естественно, все здесь обходили, обшарили, поэтому идем в лифт. Не будем тянуть, как говорится, кота за хвост и не будем слушать его дважды. Да. Пожалуй, да. Я что, в ад, что ли, отправился или что? Опа, модификатор. Жмых. Так, технология. У нас есть 5500 у нас есть. Ну ладно, давай улучшать МВП. Новые лампочки. Заморозка. Нажмите и удерживайте Е, чтобы накопить энергию. И нажмите мышь 1, чтобы выстрелить заморозка. Это создание сферы внутри, которая замедляет течение времени. Это, короче, этот. Это вот это вот. Прикольно. О! А у меня есть что-то модифицировать, кстати, А у меня нету ничего. Значит, не модифицируем. Так, у меня автоматика и дробовик. Отличное решение. Продолжаем с ним идти. Так, там, кстати, он лежит улучшение оружия. Надо, я бы хотел бы его бы это прикарманить, потому что. Потому что мне оно надо. Мне надо прокачать оружие мое. Отлично. Так. А что, кстати, можно вкачать? Давай сейчас посмотрим для автоматики и для дробовика. Что у нас здесь? Хотя, можно, конечно же, оставить для, для прокачки урона. Дробовик усовершенствовать. Урона, перезарядка, обоим. Почему обоим, когда надо говорить магазин? Вот давай больше стрелять будем, кстати. Хотя и больше боеприпаса тратить, наверное. Ну ладно. Все равно надо и надо магазины раскачивать, и... Это что за слизни и такие? О, какая мерзость. Это кто тут? Это у... Кого там такой мощный насморк? О-о. Ёпты. Ренко. О-о. И чё? Ты меня слышишь? Ты живой? Ай. Ай, тихо. Да я живой! Это чё за мать вашу? Я чуть не вкурил. Это кто-то чем-то болеет или чё? Мысли использовать. Не хочу я пока использовать. Я тут еще, наверное, не все нашел, что можно найти. Так, это не ломай, это не ломай. Фу. Не ломабельно. А вот это восстановить, кстати, можно. Это боеприпасы. Да, это боеприпасы, отлично. Так. Стимулятор захаваем, аптечку захаваем. Это состарим. Это состарим. Туда же, тудой же, тудой же, тудой же. Отлично. А-та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 . А что это вообще такое, кстати? Типа коконетик, что ли? Вот этих вот паучков?
Да, они, конечно, неприятные. Ёпта. Мне бы гранату на самом деле. Какие-то эти пауки-шахиды, блин. Да хорош. Да хорош, завязывай. Мне подхилиться надо срочно. Ёпты. Иди отсюда. Да хорош. Да... Откуда вас тут столько? Ай, тихо. ХП, 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 ХП. ХП нету. Пускаем отсюда, короче, ну и в баню. Ух ты, жесть какая-то. Че за пауки-шахиды, алло? Ёп. Вы еще и сзади. Фух. Надеюсь, отбился. Так, ну-ка уйди от меня. Прикольно. Иди отсюда. Тихо. Тихо, где? Кто? Не лом... не... Опа! Батарейка! Так, здесь надо, короче, вот эту канитель. Лично. Ух, так, это состарить. Да я не думал, что мне автоматика понадобится против монстров. Но, по крайней мере, после... Точнее, против этих паучков она самый самолет. Автоматика, как оказывается. И да. О. Так, что за надпись? Прошло столько времени, но она все еще жива. Кто она? В каком... Почему? Почему я это все вижу? Согласен. Здесь какая-то полная беспросветная жесть творится. Я не знаю зачем, но это, как по мне, это надо делать. Она тебя чует. Ага. Да, грустинка. Печалька. Что поделать, а тут есть вообще хоть что-нибудь путевое? Ты что-то так быстро убежал? Ну ладно, в принципе, не суть важно. Погнали. Мне нужна лестница. Лестница мне нужна. Так, поехали. Вылазим из этого ада. В новый, да? Иди отсюда. По-моему, поторопился дробовик достать, потому что против этих...
Мне этот звук вообще что-то не понра... Да твою-то мать, ты чё пугаешь-то? По-моему, надо бежать здесь тупо. Слушай, завязывай. Ёб твою... Слышишь ты? Да хорош! Да хорош! Больно вообще-то. Все, блин, аптечки из меня высосет сейчас. О! Ты кто такая? Правильно. Так, оглушение это. Ренко контужен. Эффективность снижена. И меня в отключку. Капитан Ренко, сюда. Люди Демичева атаковали башню. Кэтрин отвлекла их, а я перебрался сюда. Мы были на волоске от провала. Поднимайтесь. Нужно многое обсудить. Слушай, Борисов. У меня к тебе такой вопрос. Смотри. А что мешало людям Демичеву раньше напасть на эту фигню твою? Раньше. Типа, ну, как бы... Они и раньше могли также фломиться и прибить тебя к твоей же лабе. Почему они этого не сделали ранее, а именно сейчас? Ну хотя, в принципе, оно и логично. Скорее всего, из-за того, что типа я получил МВП, теперь сейчас самая жопа будет происходить со всеми этими моими помощниками, соратниками, Барисовыми и прочими этими ребятами. Так что, в принципе, оно и понятно, почему Демичев решил именно сейчас. Ему нужно МВП, но, как мне кажется, это абсолютно бессмысленно сейчас уже пытаться заполучить МВП, потому что Ренко просто так явно не отдаст МВП-ху. Ну, как бы, ну, серьезно. О чем он вообще думает? Это ж... О, нифига. Давай. Прикольно. Че, мутант, что ли? Ладно. Вот. В смысле? Ладно. Мне не понять все равно их. Так, поехали. Здесь записка. Это дневник Петра Никольского. На каторге 12 разверзлись адовы врата. Мне еще нескольким удалось выжить. Мы перемещаемся под землей, чтобы скрыться от тварей. К несчастью, тоннель завалило. Дальше нам не пройти. Попробуем где-нибудь укрыться на ночлег. Надеюсь, мы сможем переждать это бедствие. По-моему, у вас ничего не получится, потому что под землей этих тварей не меньше. Так, ну мне типа, да. Спасибо. О! Так, есть аптечки. Аптечки, боеприпасы. Это хорошо. Это всегда хорошо. А мы продолжаем. Так. Ну да, на самом деле грустно то, что так с людьми получилось. Но это как всегда. Находит что-то... О, биоформула. Выносливость. Надо бы покачать ее. Это дневник Павла Федорова. Профессор Коркин попросил отправить к нему одного из наших младших инженеров для помощи в военной лаборатории. Я отрядил. Отправил туда Гришу Никольского. Он молодой и энергичный. Коркин сказал, что Никольский ему будет нужен дня на 2-3, не больше. Это хорошо, потому что срок сдачи моста уже подходит. По-моему, вот он, вот этот чувак. Может, там как-то это... Ну, с локализацией, наверное, прокосячили. Ну, непонятно, на самом деле. Ну и ладно. О, биоформула. Так, медработник, повышение эффективности аптечек. Кстати, тоже полезно. Привет. Ну, сейчас. Дай я залутаю. Удавка Демичева становится все туже. Скоро он вас поймает. Идите по этой ветке. Она приведет вас в порт. Там вы найдете... Ученый, шанс получения двух технологий вместо одной. Бомбу Е-99. С ее помощью мы исправим ход истории. Капитан,
Проход перекрыт. Но если вы спуститесь по этой лестнице, то сможете починить кран. Тогда я переброшу вас на ту сторону. Черт! Демичев знает, что вы здесь. Быстрее! Я переброшу вас на другую сторону. Подожди. Короче, во-первых, да. По-любому. Спуститесь по этой лестнице, не починить. По-любому. Регенерация. Ну, уже на реген не хватает. Вот МВП, импульс заморозка. Способности. Крепкое здоровье бы, на самом деле. И выносливость. Давай выносливость по-любому возьмем. Да тут это вообще непонятно, что это. Медработник. Повышение аптечек. Давай повышение аптечек. У меня остается 1000. Железные легкие. Не очень интересно. Импульс заморозка. Продолжительность и радиус действия. Тоже интересно. Ученый взял. Полевой врач взял. Не взял. А надо будет. Так, берем, короче, заморозку и все. Отлично. Нажмите, удержите F, чтобы... Хроноскоп. Ладно. Да ты что? Да ты что? Да ты что? Да ты что? Да. Так, здесь мне нужна снайперка. Минус. Да не торопись ты. Сначала надо перебить всех этих. Ну, я думаю, по пути, наверное, может, я найду дробовик. Либо этот. Ящик. Отлично. Отлично. Перезарядимся. Живучий-то. Кстати, насчет дробовик. Заткнись. Капитан, вам нужно починить кран. Отлично. Сейчас я подведу кран. Тихо. Да успокойся ты, придурок. Убил. Ну ты просил же сам, чувак. Пострелял, и чё? Чё еще скажешь, мудрого? А, кран-то еще, он просто движется. Я думаю, а что мне здесь? А, типа проход это. На шмерт. Прикольная касочка с киселем. Я так сюда понимаю, да? Здесь что-нибудь, кстати? Нет. Открывай. Оу. Будьте осмотрительны, капитан. Игломет. Орудие Гаусса, стреляющее разрывными иглами. Перед каждым выстрелом игла некоторое время заряжается энергией 99. Никогда не пользовал эту пушку, кстати. Тихо. Ай! Да в смысле? Фу. А кто меня убил? Я был так это. Короче, игломет здесь не вариант. Надо брать этот. Нормальную пулялку.
Так, ну потому что снайперка, она в разы быстрее как бы сносит. Берешь, жмых. Вот и все. Бум. Так, 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 так. Кто и откуда? До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Ох, ребятки, вы не лишайтесь головы на работе. Кто еще? Есть желающие? Слышу же. Ах, ты ж петух. Куда собрался? Ой, какой там фонтанчик, слушай. Слушайте, ребята, вы фонтанчиками подрабатываете или что? Что-то я вас не понимаю. Слушай, по-моему, они реально фонтанами работают. Да? А я тебя не вижу. А ты где? Не, братан. Не-не-не-не-не-не-не. Не. Даже без замедления времени первого убил. Нормально. Так. Аптечек нормально. Можно юзнуть одну и взять аптечку. Есть еще желающие пообщаться, нет? Че, нет, что ли? Не понял. Где мой дробовик? Спасибо за информацию. Найдите поезд. Задание выполнено. Прости, друган. Я не в руку целился, если честно. Это тоже сойдет. Ну, как-то так. Слушай, прикольная пулялка так-то. Веселенькая, на самом деле. Интересная. Так. Она мне чем-то напоминает, в некоторых играх есть типа... Кто такой? Вася, ты кто? Кто такой на? Добытчик, получение большего количества боеприпасов с убитых противников. Ну, это на самом деле, я бы не сказал, что прям таки интересный нувык, но интересный. Да? Прикольно. Это дневник Петра Никольского. Прошло 2 дня с тех пор, как ушли Михаил и его отряд. Я начинаю жалеть о том, что мы не пошли с ними. Прошлой ночью напали твари и убили половину наших. Этой ночью они снова придут. Я слышу их. Они совсем близко. Бродят вокруг и ждут наступления темноты. Жестко. Но мне так кажется, эта штука мне пригодится. Поэтому проще ее с собой взять. Путь к железной дороге оказался дольше, чем я думала. Слушай, заткнись. Бесишь. Ага, вот оно чё. Ёптить-моптить.
Так, ну вроде все равно вот эта хроносфера типа не тратит батарейку МВП-хи, так что в принципе можно ее юзать по КД. Аптечка. Сначала юзнем, потом нормуль. Жесть какая-то. Где такой? Да нифига себе. По-моему, подхилиться пора. Так. Что такое на? Блин, какой-то мощный, блин, а. Им не так-то и просто совладать, блин. Даже сколько-то игл там подряд ему было пофигу. Там столько разрывов было прямо ему по мордасам. Ему абсолютно насрать на эти иглы было. Жестко. Аж пришлось сосредоточиться. Контейнер. Так, записка. Это дневник Павла Федорова. Я сильно волнуюсь за Григория. Его нет уже 4 дня. Он говорил, что будет помогать испытывать какую-то совершенно новую транспортную систему. Надеюсь, этот дурень не вляпается во что-то опасное. О, батарейка. Ну, поживем, увидим. Я так понимаю, мне вниз, да? Да, Миша сам вот он валяется, походу. Ладно. О. Пройденный этап. Ничему не хотят учиться. А, что-то как-то легко. Ладно, шутки шутками на самом деле, но немножко напрягает такие вот выпады этих товарищей. Не хотелось бы, чтобы вот такое повторялось вообще. Отвянь. Так, что-то я не горю же. Рили? Мне сюда.
Чё? Давай не нервничай. Ты еще раз нервничался-то, а? Так, 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 так. У меня последняя игла, кстати. Нужен дробаган, срочно. Надо очень срочно искать дробаган. Как жаль, что мы слишком поздно поняли. Твари слепы. Алексей зря пожертвовал собой. Мы ведь могли тихо прокрасться мимо них, и он был бы жив. Леша, прости, я подвел тебя. Я подвел всех нас. Твари слепы. Дается мне подсказка. Поэтому... Меня интересует только один вопрос. Какие твари? Что за твари? Предъявите тварей. Здесь или здесь? Где будет? Непонятно. Здесь. Так, здесь еще что-то какая-то надпись есть. Двигайся медленно, твари слепы, но реагируют на звук. Ага. Типа стелс. Ага. Я понял. Так, 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 тихо. Не спешим. Аккуратненько, на картонах. Так. А, тихо. Это нехорошо. Это очень нехорошо. О, тихо. Тихо, 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 тихо. Аккуратненько. Ребята, вы ничего не слышали. Спокойно все. Все тихо, спокойно. Не надо паниковать. Не надо. Тихо, 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 тихо. Не надо. Не надо плевать. Хорош. Да, я потратил на них кое-какой это заряд аккумуляторов своих, но на того стоило. Так, ну в принципе все вроде прошел. Как бы неплохо. Отлично. Наверное. Не знаю. Так, 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 инъектор Е99, хорошо. Только не говорите, что мне... Так. Ну, вперед. Тихо. А, тут еще была лестница. Так. Ага. Ну, типа, неплохо. Отлично. Так, здесь мне сюда, да? Как я вовремя среагировал-то на кнопочку? А? А? По-моему, из вот этих вот пузырей вот эти глисты вылазят. Да. Это прям... Не знаю, логово мерзости, что ли. Тихо. Так. Спокойно. Приятного аппетита, ребят. Приятного аппетиту. Тихо. Спокуха, мужики. Спокуха.
А-а. А, ну да. Получается, да? Обновим каст. Скажем так. Как мне перепрыгнуть-то сюда? Йо. Алло. А как дальше-то? Так, ребят, не надо. Или мне типа... Не, не сюда. Нет. На двоих хватает. Сейчас будет... А-а-а! Нормально. Справились. Подожди. Куда мне тогда эту канитель? Че? Кого? Ты че, пьяная? Скорее всего, как-то так вот. Или мне типа не сюда? Куда, куда дальше-то? Алло. Может, типа по ней надо было? А, подожди. Ну-ка. Благодарю. Типа, может быть, вот смотри, вот так вот надо было. А, ты, ё-моё. Спасибо. Нормально, слушай. Экспресс-доставка. Топчик. Невероятно. Так. Ладно, давайте мы, наверное, уже продолжим в следующей серии. Пообщались мы с возвращенцами. Странно, что они именно так называются, конечно, но... Факт остается фактом. Это были возвращенцы, их, в принципе, реально прибить. Даже не используя ружбайки какие-то всякие разные, а просто состарил их, и все. В общем, как всегда, ребят. Всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться, ставить лайки, оставлять свои комментарии, нажимать на колокольчик, выбирать все уведомления. Ну и до новых встреч в сингулярности и не только. Пока-пока.